Диктаторские режимы постсоветского пространства трещат по швам. Это заслуга свободолюбивых, активных и смелых граждан. Современные люди не хотят жить словно гости на своей земле и подчиняться преступным тиранам. Мы видим, на что идут диктаторы, чтобы заставить смельчаков молчать. Убийства, фальсификация уголовных дел, незаконное преследование и шантаж. Их страх понятен. Активные и смелые люди – самая страшная угроза для бандитских режимов. Далеко не каждый человек может открыто выступить против преступной власти. Но абсолютно все хотят жить в свободном, цивилизованном, состоятельном обществе. Для того, чтобы приблизить час победы, нам необходимо поддержать преследуемых активистов. Регулярно перечисляя небольшие суммы, например, 1000 тенге на оплату услуг адвокатов и материальную поддержку семей политически преследуемых, вы можете лично поддержать и ускорить нашу общую победу над диктатурой. Сбор средств осуществляется на счет супруги Кайрата Клышева. Каждый из нас творец своего будущего. Внесите свой вклад. Это действительно важно.